Максим Николаевич, давай. А, сейчас зажигалку найду. Еще и горите пусть. Да нет, зажигал. Вот люди. Печка малютка. Дух колпаковая. Значит, топка. Маленький колпак внизу. Верхний колпак выше-растопочного хода. Значит, два канала в нем по периметру обогревается и уходит в трубу. Труба в четвери, топка объемом 75 литров. Значит, без духовки, варочная плита, щиток вертикальный на 3 кирпича шириной. И два колпака, нижний колпак и верхний колпак. Значит, печка рассчитана на 30-35-40 квадратных метров. То есть общая тепловая мощность печи, плита 71-41, это где-то во время топки, значит, 2,2-2,6 киловатта с плиты получается. За время топки, ну, 3 часа горения, то есть, ну, вот, получается 6-8 киловатт выделенного тепла. И плюс кирпичные стенки от второго ряда, обогрев от второго ряда. Здесь площадь теплоотдающей поверхности около 6,5 квадратных метров. Задняя стенка, которая находится внутри дома, будет создана конвективная рубашка для общей циркуляции воздуха. Кирпич, который находится между стенкой и плитой, от плиты отварочной, будет нагреваться до температуры 60-70 градусов, что позволит ему сохранять тепло на протяжении 8-10 часов, то есть тоже будет выполнять роль теплоаккумулятора. Поэтому теплоотдающая поверхность во время межени между топками, ну, получается около 6,5 квадратных метров. При нагреве до температуры 60 градусов это примерно 400 ватт с квадратного метра, то есть 2,4 киловатта, ну, где-то около 3 киловатт общая тепловая мощность печи. Значит, тут два помещения в 30 квадратных метров, этого будет достаточно. Это она аварийная, не считая коридора, комната, там то, что за стенками находится. То есть вот для этой комнаты, прихожей, то есть этого будет достаточно, чтобы здесь было тепло. Прикрываем растопочный ход. Растопилось, видели, когда с одного дула. Вот горение. Протянул. Печку сделали хорошо. Я довольная. Что можно еще сказать?